На библейский портал Экзагед пришел вопрос, можно ли верующему искать себе жену вне церкви? Важный очень вопрос, в особенности, конечно, для людей молодых, перед которыми встает, встает этот вопрос. Не очень просто найти сейчас жену или мужа верующих. Это действительно большая проблема для каждого молодого человека. И, конечно, каждому, наверное, понятно, что лучше брать себе в жены единомышленницу, человека, который одинаково с тобой мыслит по таким базовым, серьезным э, вопросам. Конечно, есть разномыслие в способах, там, как пожарить яичницу. Это не тот э, случай, когда стоит разбежаться в разные стороны. Это, это вполне можно перетерпеть. А вот э, если человек сомневается в бытии Божием, если человек говорит, что э, я не буду ходить в церковь, я не буду воспитывать детей в христианском духе, и мы тем не менее продолжаем с этим человеком общаться, надеясь вступить с ним в брак, то, конечно, это может привести к очень неприятным последствиям. Пройдет вот это юношеское начальная такая влюбленность друг в друга, станут появляться вопросы, проблемы, в особенности с появлением детей, конечно, как их воспитывать, что с ними делать, нужно ли водить их в храм, нужно ли их крестить в конце концов. И вот если по этим важнейшим вопросам не будет взаимопонимания с самого начала, при начале супружеской жизни, то потом будет очень сложно. Конечно, можно попытаться перевоспитать жену или мужа. И именно на это ведь надеются обычно те люди, которые говорят, ну, я вот нашел такого человека, я его люблю, он меня любит. А то, что мы расходимся с ним по вопросам отношения к вере, к Богу, ну, ведь все меняется, мы по любви своей друг к другу как-то изменимся. И вот, к сожалению, чаще бывает наоборот. Не то, что неверующий становится верующим, а вот то, что верующий в этой семье такой двойственной колеблющейся семье, которая по-разному смотрит на самые важные вещи, вот верующий человек становится слабее в своей вере. Это бывает даже чаще, чем то, что неверующий становится верующим. И это надо всегда иметь в виду, даже если при начале супружеской жизни человек считает, что он сможет другого своего партнера перевоспитать. Нет, надо быть трезвым, смотреть на жизнь трезво. И как отец Дмитрий Смирнов, покойный, царство ему небесное, говорил, вы, конечно, можете человека, который неверующий, подумать, что перевоспитаете. Но точно так же вы можете научить медведя кататься на велосипеде. Но рано или поздно этот медведь отбросит велосипед и съест вас. Вот э, смешной немножечко такой пример. Но ведь так бывает. Так бывает. И действительно, проходит некоторое время, медведь вылезает из человека, который казался плюшевым мишкой, а оказался хищным зверем. И тут как раз было бы очень кстати общей ценности пойти, например, на исповедь совместную пойти причаститься, пойти покаяться. И, может быть, что-то и урегулировалось бы. И вот этот медведь, который вылез из человека, такой живой, хищный, настоящий, он куда-то убрался бы под действием благодати Божией. А если этого нет? Если этого нет, все гораздо-гораздо сложнее. Так что специально искать себе жену вне церкви не стоит. Совместное... Вера, совместное хождение в церковь, совместные убеждения, ценности, идеалы, они, конечно, очень важны и пригодятся в период кризисов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.